В древнем интервью начала нулевых ты говорил, что самый веселый Новый год был в 78-м году в трешке с друзьями. Расскажешь поподробнее? Нажрались все, как не знаю кто, как это обычно бывает. А дальше всякие адские пьяные приключения. Это антипедагогично такое рассказывать. Самое смешное было, что у нас в разгар, так сказать, празднования сломался телевизор, вдруг перестал показывать. Друган закричал: «Пошли ко мне». Мы побежали к нему, я на 9-м этаже, он на 1-м в соседнем подъезде. Прибежали к нему, а у него родители вышли, не то соседи их пригласили, не то сами пошли. Ну, короче, ушли к соседям. Но мы забежали в квартиру, телевизор выдернули из розетки и уволокли ко мне. Телевизор «Радуга» 700 рублей, как ты представляешь. Это, я не как сейчас, «Мерседес», наверное. Родители вернулись, а соседей телевизора нет. Ну, мы-то что, нам весело, блин, трагедия была. Но нам было страшно смешно, и вспоминать смешно. Остальное вообще касаться не буду, там ужасы сплошные.